Нет, калаш нормальная тема, я тебе скажу, слушай. Все, нормально стал? Да, да, да. Его надо хорошенечко, хорошенечко контролить. Там есть еще. Ну если ты его контролишь, он тебя поощряет за это. Как пулемет в третьей батле, короче. Там если чихающим стреляешь, там же он вообще разносил просто все. Чем можешь у меня появляться, у меня тут вообще просто грязюку делаю, бля. Супер грязный спавн у меня. Прям в спине у них. Патронов возьми. Поезда меньше будет, чем обычно. Не знаю, мне на низких все стоит. Там еще тоже, наверное? Нет, у меня средние, высокие. Ну, некоторые низкие тоже есть, типа тени. Там, по-моему, особо не меняется картинка. Надо магазин большой открывать. Маловато очень тридцатки для такой толпы. Слева двое прям по опену. Кашка. Дал по ней трубу. Он отдал. Есть покашки кинуть кому-то? Есть, есть, салют. А он падает, этой. Там пилот вылез, а стрелок остался. Катер приехал. Все, жопу ему.
Там еще эта херня приехала. Ну и не одна. Нет, нет, забавно, это зажигательное ядло. Надо прям в типов, правда, стрелять ими. Я тут спаун поставлю где-нибудь. Не, чухались. С крыши меня убрали. Патроны надо уже, блин. Я попробую к тебе с патронами зайти. Хотя мы выиграли уже. Ну да, и два осталось. Когда-нибудь я испытаю кайф игры в 100 хпс. У меня сейчас 130. Это будет другая история. У меня 77-80. Я тут просто окружен, блин, типами. Окружен, но не сломлен. Капец просто. Хе-хе. Жопа все одна. Надеюсь, скоро мы будем все хотя бы в стабильный 100 FPS. О! Все, ты взял. Ну, они на этот. Божатся, что улучшат ее в плане оптимизации. Все, да. Что там? Разжигаю типов подствольниками этими зажигательными. А нет! Че ты что ты зашел с этой хренью? Сбил попач? Хм.
странно. Меняешь одну подстволку на другую? Вроде раньше обычно появлялись подстволки. Не-не-не, здесь всего две штуки. То есть, неважно, на какие ты выставишь, все равно две дается тебе в одно время. А по-моему, у меня они менялись и добавлялись. Ну, не знаю, по крайней мере, когда я с него. Тут без этого никуда. Вот там они вообще все, на моей красной метке. Вообще все. Кто-то выпрыгивает. Так, ну где там оптика у меня? Попробую. Опасный перец калаша. Сделал дыру в стене, могу сейчас зайду и туда человека, да-да-да. Такие, а что это у нас здесь такое? Дверь такие. Ты этот флаг? Да откуда, блин? Где он сидит-то там? Ну, она, видимо, считает, что они типа с тобой стреляют. Может быть. Ну, высадь, игра. Последние секунд 10. Но до этого я вообще не был в бою. Ну, короче, это дешат. Но мне бы тут патроны не помешали ваши вообще. Ну, я бегу. Эх, чуть-чуть не хватило.